Привет! Сегодня мы не вяжем. Сегодня я хотела вам показать мой огород. Как раз такая погода прекрасная. И вот решила посадить, как и, впрочем, каждый год это делаю, свои маленькие сделать посадочки. Это у меня здесь помидоры, огурцы и все такое. Так что вот купила. У нас продаются уже в магазине такие вот вазочки, уже разделены росточки. Чао. Значит, такие росточки уже. И вот такая вазочка, например, стоит евро и 40 центезимов. Так, прошу прощения за соседей. Все мы общаемся здесь, все дома. Так что будет посторонний звук. Значит, вот, вот такие вот помидорки. Я купила 1, 2, 3, 4 вида помидорок и 2 вида огурцов и салатик. Вот. Места тут у меня немного. Я всегда очень много сажу. Так. Собака. Так, значит, сейчас все это распределю, что куда посажу. И помидоры, как обычно, здесь очень высокие растут, поэтому я поставлю палки, чтобы они сразу уже были. Привяжу их, потому что если пойдет дождь, им будет капец. Ну, в общем, я не профессиональный садовод, ну, извиняйте. Итак, продолжим. Thank you.
Так, вот такие помидорки. У меня помидоры Пикадилли Спичали. Значит, написано, что дистанция между посадкой, вот, между полосками, скажем так, между рядами должна быть 80 сантиметров. Вот между рядами. И в ряду, когда высаживаем, через каждые 40 сантиметров. И будут они, вырастут у нас и созреют через 60 дней после посадки. Так, сегодня 25 апреля. Короче, я обычно высаживаю, скажем так, не придерживаюсь вот этого расстояния, что пишут. Высаживаю, как высаживаю. Сколько поместится и куда поместится. Поэтому где поширше, где поуже. Короче, как получится. И всегда нормально вырастают. Так что продолжаем. Так, это что я посыпаю? Это от улиток. Вот такая штука. Вот. Она абсолютно безвредна для человека. Ну, то есть посыпается, и улитки не ползут, убегают. Я не знаю. Ну, короче, у нас здесь очень много улиток. Особенно они любят помидоры и салаты, я заметила. Так что стараюсь всегда посыпать. Qua su questa zona, perché i gatti sempre vanno su, fanno strada qua. Secondo lei, secondo me la metti i meloni? Io ogni volta metto anche zucchine, l'anno scorso ho messo zucchine. Ma perché non tagli la gomma? Ma perché ho paura che diventa troppo forte. Dopo attacco, sì, solo oggi faccio così. E sei contenta adesso? Sì, è contenta, adesso sarò sempre preoccupata che piova, proprio piova. Так, вот, значит, там посадила салатик, 4 росточка у меня там огурцы коротенькие, 4 росточка огурцы длинные. Здесь у меня не пусто, здесь у меня сидит, еще ничего не вылезло, но я посадила здесь, посеяла базилик, руккола и что-то еще, и петрушку, вот этот вот такой кусочек. Далее у меня помидоры. Так. Помидоры. 4 разных вида помидор. Я каждый год покупаю разные виды, чтобы экспериментирую. Вот. Ну, и там у меня пустое место. Там еще кусочек торчит. Это лук такой сплюснутый. Я даже не знаю, как он называется, но он многолетний. Он вот мне. Я его из Беларуси, кстати, привезла. В чемодане летел со мной, и вот он уже 3 года, по-моему, у меня растет. Вот такой вот огород. Конечно, тут земля сухая, у нас очень даже давно дождя не было. Ну ничего, будем поливать. Сейчас я немножко полила, потом уже, когда солнце сядет, полью чуть-чуть побольше, потому что солнце сейчас все выпарит, выжжет. Вот такие вот дела, дорогие мои.
покажу вам еще вот цветочек. У меня такой здесь растет. Какой-то непонятный. Даже не знаю, как называется, но очень интересно цветет. Такой. Понятия не имею, как он называется. Так, ну а здесь инжирное дерево. Тоже торчат инжирчики разные. Оно тоже молоденькое, тут он только ему 3 года. Ну, уже такое вот крепкое. Ну, и розы. Вдоль этой стены у меня розы. Еще пока не распустились бутончики. Ну, уже наклевываются. Скоро-скоро. Каждый год на них нападает какая-то зараза. Белые такие мошечки. Клюшечки. Вот они сейчас еще. Вот я их... Я их пшикаю. Сейчас, кстати, надо их точно попшикать, потому что вижу, что они опять поселились. Вот. Потом, когда распустятся все эти бутоны, представляете, какая красота будет. Покажу вам. Ну, в общем, и все. И вот утром пришла посмотреть, и как всегда, конечно же, какая-то животинка тут уже покопалась, все по-своему сделала. Не знаю, как с этим бороться. Так, тут помидоры вроде в порядке, ну да, только вот это вот салат. Выдрала. Огурец покопал. Слушайте, ну, это ж кот какой-то. Всю землю мне тут переворушил. Вот, вот кто это? Кто же это здесь? Маруся, это ты была? Признавайся. Маруся. Ну что, терпим. Так, ну что ж, буду с вами прощаться. Всего хорошего, удачи вам тоже в ваших посадках с огородом. Главное, верить, и все получится. Все, буду держать вас в курсе с моим огородом. А вы мне показываете ваши. Пока-пока!